Владимир Путин, как активный поклонник единоборств, решил не только пообщаться с боксерами-олимпийцами, но и позаниматься. Приехав на тренировочную базу в Чехов, он тут же переоделся в спортивные костюмы и кроссовки, взвесился и познакомился с теми, кто недавно триумфально выступили на чемпионате Европы и будут представлять Россию на летних играх в Афинах. Приветствие у боксеров своеобразное. Все нормально. 64 килограмма, чемпион мира, чемпион Европы. Олег Саид, 69 килограмм, чемпион Европы. Мне нужно отметить, что обладатель кубковой барки. Спринговал президенту двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Один другому пытается наступить на ноги. Упражнения учат чувствовать дистанцию. Азы защиты и нападения в боксе. Сила и направление удара. Члены олимпийской сборной показали президенту, как правильно надевать перчатки и двигаться по рингу. Владимир Путин в ответ пообещал помочь с высокогорной базой. Возможно, ее возьмут в аренду Армении, чтобы спортсмены могли повышать выносливость при низком давлении атмосферы на высоте 2,5 километра. Да!